Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Добрий день, шановні друзі, з вами програма ТБУ, топ-блогери України, і я її ведучий Тарік Незалежко. Що б я хотів би сказати насамперед? Сьогодні дуже сильно похолодало, але у нас в студії дуже жарко, тому що в студії у нас в гостях Екатерина Жарких. Благодарю, да. Здравствуйте. Екатерина – блогер, журналіст і красавиця, активістка, спортсменка. Да. Все, так, да, все правда, все правда. Хотів би одразу перейти до справ. І хотів би запитати, чи є якісь, може, улюблені блогери у вас? Тому що, в принципі, ну, у нас така передача, вона стосується блогерів. Улюбленці якісь є? Ну, я сейчас работаю на 112-м канале, где информационное пространство, такое вот поле, бьет ключом, и я всегда знаю, что, где произошло, когда произошло, кто что сказал, и я больше опираюсь на первый источник и в первую очередь на себя, то есть как я вижу эту проблему, пропускаю через себя. Если мне интересует какое-то мнение, потому что я не могу быть экспертом по всем вопросам, это ненормально, невозможно, я считаю, только если ты не балабол, извините. Такое выражение, да, то есть я обращаюсь к топовым экспертам Украины, да, общаюсь с ними лично, потому что раньше, когда была ведущей, мы очень много общались, обсуждали повестку дня, могу им написать на Фейсбуке или зайти к ним опять-таки на встречу. И они навіть будут відповідати. Конечно, да, но вы бы мне ответили. Ну, они пишут, благо, постоянно посты, и я всегда вот на себя и на экспертов, которые в этом вопросе компетентны. Зрозумів. Ну, тобто, взагалі, от, кому більше довіряєте? Блогерам чи ЗМІ? Засобам масової інформації? Все-таки себе, тому що я працюю в цих ЗМІ, і в ЗМІ спочатку приходить вот, ну, інформація в чистому виді. И оценку этому даю все-таки я. То есть я доверяю 112-му каналу, News One, ЗИК. То есть, естественно, но мне все-таки интересуют первоисточники. Даже если, опять-таки, кто-то сказал, что было такое-то заявление, я всегда зайду в интернет, посмотрю, было ли это по-настоящему, да, то есть, а на кого опирается то или иное издательство. То есть надо смотреть на первоисточники, доверять в первую очередь своїм глазам і своїм мозгам. Займатися розвитком цих мозгів. Тобто критичне мислення, воно потрібно бути. Звісно, і ми його продвигаємо точно так же, як на 112-му, то же саме. Раніше на своєму каналі, на першому казахському, звісно, ми постійно призивали людей думати, аналізувати. Тому що без цього ми просто країну потеряємо. От, до речі, перший казахський, я ж, ну, перші рази вас побачив саме на цьому каналі. Да. Якісь стосунки, ну, я не знаю, десь останній випуск з вами я бачив десь місяців 5 тому. Так, десь 4 місяці. Ви вже не маєте ніяких стосунків? Ви якось відійшли від першого казацького, я так зрозумів? Ну, отношення у нас дуже теплі, тому що це One Love, це перший канал, це... Это... Огромное количество творчества, потому что и блоги мы снимали, и опрашивали людей. Там много рубрик разноманитных вывели одразу. Конечно. Ну, это было интересно, это тоже был вызов себе, смогу, не смогу. И сейчас мы с казахским, ну как, общаемся по-дружески, но сейчас я сконцентрирована больше на 112-м, где я занимаюсь больше рейтингами, организационными вопросами, передачами. То есть я от миссии своей не отказалась нести вот это вот критическое мышление, нести свою мысль о том, как надо спасать страну, да, то есть к кому обращаться. То есть нет, я не забила на это, скажем так, я продолжаю свою вот миссию, которую я себе поставила изначально, но только немножко другими способами. Я вот хочу расти и развиваться. Но мне очень много пишут мои дорогие зрители, если вы смотрите. Я очень благодарна вам за эти письма, за очень добрые комментарии. Спасибо вам. И из-за них... Тобто только приятные спогади лишилось, так? Нет, и из-за них, из того, что они мне пишут, я думаю все-таки вернуться в кадр. Как это сделать, через какой формат, я еще думаю. Но...
конечно же, подумываю о том, чтобы все-таки вернуться, если так много просят даже эксперты. Катя, когда ты нас к себе пригласишь, я так... Вот я бы с вами с радостью пообщалась бы. Вот. Так что, может быть, через несколько месяцев опять увидите меня на просторах интернета, на Ютубе. Ну, я знов повертаюсь. Як то кажуть, хто о чем вшивый о бані? Ви сказали, пожалуйста, що ви займаєтесь рейтингами, да, на 112 каналі. І я буду знов свою, свою стежку проводити. У вас з'явився Анатолій Шарій. Як це впливає на рейтинг 112 каналу? Як це може впливати безпосередньо на цього відомого блогера? Ну, он хотел выйти. Это такая сегрегация, то есть он помогает вам, вы помогаете ему, и якось всем. Ну, я лично ему не помогаю. У меня только был опрос на казахском по поводу Анатолия Шария. А канал, он хотел выйти и доносить свою мысль, а 112 канал, как канал, который дает точки зрения абсолютно разным людям, это огромная информационная площадка. То есть журналистская этика, она... Конечно, и это должно быть, должны быть разные мнения, я считаю. Но по поводу рейтингов конкретно по Анатолию Шарию, я думаю, занимается кто-то все-таки другой. Но о нем хотя бы узнает больше людей, потому что я, когда проводила опять-таки опрос, ходила по улицам и спрашивала, там, стоит ли финансировать партию Анатолия Шария, многие даже не слышали о нем, потому что он только в интернете, да, он среди молодежи популярен. Это певна категория людей. Конечно, конечно, и не везде есть интернет, чтобы там узнать про того или иного человека. Конечно, выход на экран. До речі, хотілося б запитати, тому що я, ну, дійсно переглядав багато цих опитувань, які ви проводили безпосередньо на, ну, в місті і запитували пересічних громадян. Таке питання. Чи побачили ви, наприклад, за 2-3 роки, що у людей змінюється думка? Ну, відносно там цих подій, які відбувалися, наприклад, там 5 років тому. І взагалі, як люди відносяться до людей, які з мікрофонами, з камерою підходять до них і щось запитують? До журналістів ставлення. Ну, начну з кінця. Естественно, коли бачать журналіста, дві реакції. Перша реакція – негативна. Остро негативная, а вторая очень боятся, потому что мне кажется, что у нас за независимый, за нашу независимость понятие журналист настолько испаскудилось, настолько представление у людей вообще отвратительное, потому что очень много журналистов, которые просто врут, вырезают, показывают, и потом людей, которые вот опять-таки опрашивают... Святой монтаж, да. Конечно, да. Святой монтаж. Это, извините, ТСН сколько таких выпусков сделал? Ну, мы бачили выпуск Янины Соколовой с паном Добкиным, теж дуже цікаво было подивитися его версию и версию Янины Соколовой. Вот, вообще, это отдельная тема, наверное. Вот а мы до неї повернемося, до речи. Да, да, монтажа. То есть, и это настолько неправильно. И зачем это делается, разжигалось все это время ненависть, которая просто продолжает разделять страну, которую мы можем просто потерять. Я, например, не хочу этого. И поэтому я пошла в журналистику, и поэтому я хочу развиваться, чтобы максимально сшить эту страну. Вот как-то так. А по поводу мнения украинцев, я могу тебе сказать так. Если создать определенное информационное пространство, дурить можно просто вот до бесконечности, потому что я подходила и там задавала какой-то насущный вопрос, который, ну, вроде бы понятен, и человек входил в ступор, он не понимал, как, что, у нас здесь проблема есть, подождите, а почему это происходит? Потому что замыливают глаза вообще другими, вообще не насущными проблемами, вот теми самыми перемогами, которые нас кормили вот последние 5 лет, что можно які ми тільки чули, але не бачили. Конечно, ну то есть, но при этом внимание населения было направлено на другую, ну вообще в другую сторону, вместо того, чтобы там о тарифах, да, то есть там о среднем заработке, то нет, вы что, у нас там другие темы. Ну, Томас був, от я хотів запитати, от Томас був, а зараз Томаса нема, ну взагалі в повестке дня, як то кажуть, ну, вже ніхто не підходить і не запитує, це перемога чи зрада, що у нас з'явився Томас. От що, ну, що трапилось? Чому? Чому так? Тому що це Томас, вже не важливо? Томас просто, це не була проблема ізначально, тому що це придумана проблема нашим прошлим президентом. Для там своєї передвиборної програми, щоб залишитися в своєму президентському креслі.
На самом деле, это было очень забавно, вот за 4 месяца где-то или за полгода до того, как эту проблему условную Томаса там, и автокефалии начали лоббировать все там каналы СМИ, да, журналисты так называемые, да, в том, что это большая проблема, я ходила по улице и спрашивала у людей, обыкновенных прохожих, нужен ли вам Томас об автокефалии. На меня так смотрели и такие: автокефалия? Это, наверное, вы про машину и про рыбу спрашиваете. Ну, то есть... Або про мультик «Томас и Джерри». Вот, да, или «Томас и Джерри». Ну, то есть вообще это не было проблемой. Никогда. И это просто навязанная проблема. Вот то, что вот прошлый вопрос мы с вами обсудили. То есть придумали, наврали, перевратили. И вот после того, как объяснили там Пятый канал, тот же, извините, ТСН, объяснили людям, почему вы там ждали на самом деле там с незапамятных времен об этом, пока не объяснили никто и зуб ногой. Вот такая вот сила СМИ. Да, шикарная. Ну, дивіться, я казав, що ми повернемось до Яніни Соколової. Так от, нещодавно вона брала інтерв'ю у Остапа Дроздова. І, в принципі, там почулися якісь бурління. Ну, скажімо так, сьогодні Олег Волошин, це народний депутат від опозиційної платформи «За життя», він подав заяву, вимогу від Нацради з питань телебачення, щоб вони розглянули деяку претензію до П'ятого каналу, щоб вони розглянули це питання, наскільки це нормально, що людина висловлює такі, я навіть не знаю, це речі, які можуть привести до розпалу ворожнечі між українцями. А Олеся Медведєва, до речі, відомий блогер, вона взагалі на Остапа Дроздова намагається подати в суд. Я хотів би просто з вами зараз подивитися відео. Давайте подивимось на екран. Я не знаю. Я раніше, та буду чесним, я намагався навіть адвокатувати от тих людей і залізти їм в голову і просто побачити, ну якби зрозуміти, так? Тобто вжитися в їхній світогляд і зрозуміти, власне, що ними керує, так? Звідки йде оця така дистильована українофобія, така настільки якась вона просто така клітинна. Пізніше я просто кинувся того ровера, як сказав. Тобто, звичайно, я змалку любив ходити в зоопарк і дивитися, як себе там поводять, особливо в відділ парнокопитних. Ну, але я вже трошки, переріс це все діло, і для себе я всі питання вирішив, всі крапки над її розставив. Як тільки буде в Україні запроваджено цей прецедент, що найгірший з регіонів, а я стверджую, що Донбас станом на зараз по своїй громадянській свідомості, ну є найгірший. Ну, бо він в тому ЛНРі, ДНРі, ну вони крім тої Раші Тудеї, Скабєєвої, більше нічого не слухають. Це, в принципі, пропащі люди. Прости мене, Господи, що я це говорю. Але найгіршому регіону давати найшикарніші права самоврядні в цій країні, ну то треба в голову застрілитися. От така чудова, приємна людина. Але перед тим, як от мені зараз в голову прийшла, давайте пограємо в таку гру. Є гра в города, а я пропоную пограти в країни. Ну, мається в країни, де за такі висловлювання нічого не буде. От, давайте я перший. Україна. Тепер ваша черга. Вот это меня обескуражили. В какой стране? Ну, не знаю. Наверное, африканская какой-то стране. Ну, в Руанді, до речі, я знаю, де була така дуже страшна громадянська війна. Ну, в принципі, в Руанді зараз це не можна робити. Я вже знаю це точно. Возьмем так. Все государства, которые тоталитарные, да, если высказывания соответствуют политике, скажем так, партии главной, то тогда, я думаю, можно. А если это противоречит, только вопрос в том, что Украина, как бы, мы же демократическое вроде как государство. Либертарианская держава у нас. Но мы же стремимся к демократии, правильно? Ну, то есть это просто абсурд. На вашу думку, в принципе, за це, за такі висловлювання, щось буде цим людям, які, в принципі, і ведуча, яка могла, в принципі, зробити монтаж, як, наприклад, вона зробила з Михайлом Добкіним, і просто не пустити цю частину в ефір. Та я ж, вроді би, це забавляла, улыбалась так. Да-да-да, дуже така приємна посмішка в неї. Ну, дивіться, все ж, щось буде, якесь продовження, тому що народний депутат почав запитувати Нацраду, давайте розберіться, подивимось. Олеся Медведєва
подає в суд на Дроздова. Це якось ми щось побачимо? Я считаю, что, к большому сожалению, нет. Таких высказываний за 6 лет было просто, ну, уйма. Ну, фиксировали, даже вот я сидела, фиксировала, что вот тут вот высказывание, вот тут вот высказывание, что это вообще в конце концов происходит. И ничего этим людям не было. И когда с национального канала вещают такие античеловеческие тезисы, то о каком мире мы можем вообще говорить? Как мы можем помирить людей внутри этой страны? Сколько было ненависти за последние, ну, вот последние годы, вот, даже вот войны взять, да? Это просто, это очень страшно. И ничего не было и не будет. Пока не будет закон один для всех. То есть будет только тогда, когда поменяется система, когда придут настоящие государственники, которые сделают всех равными перед законом. Потому что это очень забавно. Вот такие вот высказывания, ничего не будет. А вот опять-таки возвращаемся к 112 каналу и там Ньюсвану. Лицензию забирают, кричат, что вот мы вас закроем. Постоянно все в напряжении переживают, как кормить семьи людям, которые даже там работают. Там и близко таких высказываний нету. Они не нарушили закон. А здесь... Может, какие требования? Такие висловлювання робити 112 каналу, і може все буде нормально? Конечно, нет. Конечно, нет, потому что мы должны все-таки мирить людей, а не разжигать, вот как он делает. Вот этот гражданин нарушил Конституцию Украины о чести и достоинстве, и, конечно же, это, за это должен человек отвечать, естественно. Но этого как не происходит и не происходит. Зато вот 112-й, да, вот забрали лицензию. Отлично, молодцы. Хотя было бы за что. Ну, то есть это говорит о том, что у нас полное беззаконие. Мы мечтали о том, что придет новая власть, народ сделает порядок, посадит, предъявит нас, отжаты будем, да, и все так верили в это. Мы дуже часто кажемо про те, що ніхто не казав, яка саме весна, який рік. Ну, начинается. Это отговорки, которые, я считаю, неправильно на это все опираться. Главное то, что, к сожалению, никто не будет отвечать. Хотелось бы, чтобы отвечали, но для этого нужно менять не конкретную вот ситуацию, а сделать так, чтобы таких ситуаций не было и близко. А для этого нужен закон. И тогда заработает не только вот по свободе слова, там, не только Конституция, но и экономика заработает, потому что будет меньше рейдеров, коррупции и так далее, так далее. Список можно продолжать. Главное, чтобы у нас был какой-то, ну, какая-то опорная точка, да, где будет понятно, что вот это можно, а это нельзя. И здорово, что блогеры поднимают эти проблемы, эти высказывания, потому что общество должно действительно порицать, я считаю, какие-то такие античеловеческие высказывания. Я считаю, что мы должны собирать страну, все-таки находить точки соприкосновения, диалог, адекватный диалог, не с оскорблениями и унижением достоинства. Вот такое мнение. Будем надеяться, что все-таки придет то время до того, как вообще страна развалится. Потому что я считаю, что мы сейчас очень сильно рискуем потерять страну, потерять граждан. Наверное, в первую очередь все-таки граждан, потому что вот эта точка кипения, что это Томас, что вот высказывания, которые сейчас идут отовсюду. Это же все приходит к тому, что просто люди уже нападают друг на друга, брат на брата. Это неправильно, потому что Украина и украинцы как народ просто может в какой-то момент перестать существовать. И настоящие патриоты, именно настоящие патриоты, которые думают о будущем своей страны, которые хотят добра для своих потомков, которые хотят наследников и прочее для своих детей. Вот когда каждый украинец и каждый чиновник будет хотеть, чтобы его ребенок учился здесь, получил работу, образование, вот тогда все, ну, как-то наладится. А это все можно сделать благодаря закону, ну, я так считаю. Дуже дякую вам за вашу думку і за вашу позицію. Дорогі друзі, а ми в рамках нашого громадського опитування давайте подивимось думки наших відомих блогерів. І на цю саму тему нам зараз розповість Олеся Медведєва. Її блог «Ясна, понятна». Дивимось. Топ-блогери України. Привет, я Олеся Медведева, а это новый «Ясно, понятно» блог на канале «Страна UA». В одном из своих прошлых блогов я говорила, что и властям, и в принципе всем нам нужно решить стратегическую задачу, а именно навести порядок в обществе и
пресекать экстремистские высказывания и разжигание ненависти в публичной плоскости. Очень часто мы слышим заявления всяких разных политиков, людей, которые называют себя журналистами, и блогеров. То люди, которые голосовали за Зеленского, какие-то не такие, тупые, быдло, еще какие-то странные. То люди, которые проживают на неподконтрольных территориях, и вовсе не люди, оказывается. То гражданство нужно кого-то лишить, потому что, видите ли, он какие-то не такие взгляды исповедует. Ну а призывы к физической расправе я вообще, пожалуй, умолчу. И поскольку представители правоохранительных органов, а также власти медлят с этим стратегическим решением, я решила показать пример. Я подаю в суд за разжигание ненависти, а также по другим вполне конкретным статьям на человека, который именует себя журналистом, за его высказывание. Что это за человек и что он такого сказал? Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Ну что ж, в субботу на Пятом канале в программе «Рандеву» с Яниной Соколовой в гостях у нее был некий Остап Дроздов. Этот человек именует себя журналистом, писателем, а также является телеведущим на каком-то канале. Ранее он был ведущим на телеканале ЗИК, но поспешно покинул его после смены собственника и ушел, так сказать, в свободное плавание. Своих взглядов Дроздов, в принципе, не стеснялся, как и многие другие люди, которые называют себя журналистами и телеведущими, неоднократно высказывался как о жителях Донецкой и Луганской областей неподконтрольных территорий, так и о власти и о тех людях, которые голосовали за Зеленского. И вот как раз в этом интервью Янине Соколовой он в очередной раз озвучил тезисы, которых не стесняется, озвучил публично в эфире Пятого канала. И журналист, как она себя называет, Янина Соколова, никак его при этом не остановила. Давайте разберемся, что же он там такого сказал. Сама Янина Соколова задала ему ряд наводящих вопросов и привела его некоторые цитаты, с которыми, как она говорит, не совсем согласна. Итак, один из ее вопросов касался реинтеграции неподконтрольных территорий, и вот что говорит Дроздов. Ну, звичайно, я змалку любив ходити в зоопарки, дивитися, як себе там поводять, особливо в відділ парнокопитних, ну, але я вже трошки, ну, вже переріс все діло, і для себе я всі питання вирішив, всі крапки над «і» розставив. Давай про крапки над «і». То есть, перевожу на простой язык. Язык Дроздова, в принципе, даже не всем украинцам понятен. Когда он был маленький, он любил ходить в зоопарк и смотреть в основном на парнокопытных. То есть, он называет жителей неподконтрольных территорий, вот проводит такую аналогию, с парнокопытными. Угу. Дальше Соколова говорит, что в комментариях под ее там какой-то программой, видимо, в той, в которой она постоянно матерится, люди пишут, что не могут уехать с территории по самым разным причинам. Я чітко для себе розділяю питання території, питання населення. Про території ми не сперечаємося. І, власне, від тебе, що не прозвучало, що чому ми повинні втрачати ці землі. Так, власне, про втрату земель і не йдеться. А я за те, людей? От, власне, я розділяю питання території, питання населення, демографії. Ага. Разобрались, да, территория отдельно, люди отдельно. Ну что же все-таки дальше делать с этими людьми? Давайте послушаем. Я разделяю питання території, питання населення, демографії, тому що, як на мене, ми не будемо розбиратися одинично з усіма. Ми повинні до цього підійти цинічно. В принципі, всі люди, які там шостий рік живуть в ЛНРі, ДНРі, які збираються на «ми хотім в Росію», або це питомо внутрішньо підтримують, або не говорять щось проти. Вони для мене є зіпсуті і втрачені люди, тому як громадяни України я їх не бачу. Тому, власне, я і кажу, будь ласка, ми відкриті для всіх. Ну, це я не політик, я не маю якоїсь програми там на якісь вибори, це просто моя позиція, просто як громадянина. Ми відкриваємо для них двері, але при умовах. І я дійсно хотів би, щоб перед цими людьми поставили дуже жорсткі фільтри. Тому що автоматично роздати українські паспорти всім тим, хто їх свого часу палив або крадькома десь ховав, це буде несправедливо якраз до тих 13 тисяч, які все ж таки мають зовсім іншу мотивацію. А який лакмус? Лакмус перебування в ЛНР-ДНР. Якщо ти не виїхав, ти автоматично позбавляєшся громадянства. І пізніше держава каже, набувай наново, але ми тебе маємо перевірити. Окей, а що робити все? З тими, хто не зміг
за якихось також ґрунтованих умов. Вони повинні просто вибачитись нам за узагальнення і сказати, що так, ми готові трошки почекати, поки розберуться. Тобто Остап Дроздов предлагает лишить українського гражданства, українського паспорта тих людей, які останні 6 років проживали на неподконтрольных территориях. Если они не выехали, значит, они автоматически должны лишаться гражданства. По мнению Дроздова, должна действовать уравниловка. Все, абсолютно все, кто проживал на тех территориях, лишаются украинского гражданства, и они потом должны извиниться, возможно, видимо, стать на колени перед Дроздовым, или я не знаю, что он имел в виду, и только тогда государство, возможно, возобновит ему гражданство человеку, который проживал 6 лет в условиях постоянной войны. Ми, якщо почнемо бавитися у півкроки, вони нас просто задушать. Отак. Так, це є до певної міри, це є страшні люди. Що ми тільки що услышали? Що на територіях неподконтрольних Україні проживають страшні люди, які, якщо влада буде діяти полушагами, прийдуть сюди і всіх остальних задушат. Дальше идет очень интересный пассаж касательно особого статуса Донбасса. Послушаем, я там прокомментирую. Очень интересный момент. Категорично проти особливих статусів. Я вважаю, що це є несправедливо відносно інших регіонів. Так. Тому що так. Це навіть провокативно. Так, чому я стібався з цього, так? Тому що як тільки буде в Україні запроваджено цей прецедент, що найгірший з регіонів, а я стверджую, що Донбас станом на зараз по своїй громадянській свідомості, є найгірший. Бо він в тому ЛНРі, ДНРі, вони крім тої Раші Тудеї з Кабєєвої більше нічого не слухають. Це, в принципі, пропащі люди. Прости мене, Господи, що я це говорю. Але найгіршому регіону. Дуже цікаво смотреть, як Соколова подакиває. Думаю, да, і Одеська область, і Херсонська, всі почнуть. Вот что-то начнут, а Донбасс, конечно же, это, по его словам, самый худший регион. Что они заведут оцей прецедент в цю країну, так, то хай пізніше не дивуються, що в цій країні буде парад малесеньких локальних, я не кажу сепаратизмів, а нормальних автономій. Конечно, он не говорит сепаратизмов. Весьма такой завуалированной форме Дроздов намекает на то, что если у Донбасса будет автономный статус, будет парад вот маленьких таких, вот как он там говорит, кого-то маленьких. И мене це навпаки навіть би надихало. Тому якщо вони хочуть отакого в країні, то звичайно, вони на гіршому регіону повинні дати найкращі права. Але це, знову ж таки, це історія тотальної несправедливості. Я цього не толерую, тому що особливий статус Донбасу – це кінець України. І ця ідея, видимо, відділення його так вдохновляє. Інтересний момент, що він сам признає, що закон об особому статусі дає, розширені права, що цей закон крутой. Далее Янина Соколова показывает Дроздову фрагмент из его же программы. Он там говорит следующее. А вот цей Майдан буде не народ проти влади. Ні. Це буде народ проти іншої довбанутої частини того самого народу. Перевожу на нормальний язик. Дроздов говорит, что следующий Майдан, если он случится, будет не народ против власти, а народ против другой долбанутой части народа. Под хорошим народом, видимо, он имеет 8% еліту. І ми тут заходимо в ту небезпечну тему, коли на Майдан треба виходити не для того, щоб ставити питання про повернення виродків, а для того, аби ставити питання про їх неповернення. Тобто, ще раз, він вважає жителів неподконтрольних територій виродками. І потрібно ставити питання не о том, як їх возвращати, а о том, як їх не возвращати. Цитата Дроздова. Так. Ось чому я в цьому участі не візьму, при тому, що я є категоричний противник Зеленського. Він заведе вас в тему громадянської війни якраз тому, що ви тих виродків назвали братами. А с братами не воюют. Тех выродков назвали братьями. Опять же таки, повторюсь, под выродками он понимает людей, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса. Конкретные статьи законов, на которые наговорил Остап Дроздов, будут опубликованы на сайте Страна.ua уже в скором времени. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно, понятно, блог на канале Страна.ua. То блогери України.
Катерина, дуже дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли до нас в гості. Спасибо, що пригласили. Да, будемо вас ще запрошувати. Сподіваюсь, ви прийдете знов. І знов стане тепліше в нашому павільйоні. Готова согріти своєю енергетикою. Ну, а у нас на сьогодні все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, а також шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого, друзі. Па-па! Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.